Здравствуйте! В студии Виктория Хармелина. Предлагаю вашему вниманию прогноз погоды на 26 октября. В Молдове немного потеплеет, но всего на пару градусов, и небо будет затянуто облаками. Осадки, если пройдут, то кратковременные и лишь на севере. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер юго-западный, слабый до умеренного. На севере страны с утра плюс 6, днем воздух прогреется до 12. Будет облачно, местами небольшой дождь. В центральной части днем на градуснике плюс 7-13. Солнце спрячется за огромными тучами, но о зонтах можно забыть. Осадков здесь не предвидится. Пасмурным будет и в южных районах. Здесь тоже дождей не ожидается. Столбики термометров в утренние часы покажут плюс 3, днем поднимутся до 15 выше нуля. Утро в столице выдастся пасмурным, так будет и весь день. Дождливо не будет, но холодновато, плюс 3-11, так что одеваемся теплее. Это все о погоде в Молдове. Перейдем к Европе и узнаем, какая погода там. В Киеве немного потеплеет, здесь уже до плюс 11. Тучи рассеются, а вот небольшого дождя не избежать. В российской столице в конце осени держится зимняя погода. Осадков, правда, не ожидается, до 0 градусов. Температурный режим в Бухаресте не изменится, плюс 8-16, как и вчера, но небо приветливое, без осадков. Рим манит не только путешественников, но и любителей комфортной погоды. Здесь по-прежнему хорошо, плюс 20. Без изменений в Париже небо чистое, дождей не предвидится, днем до 20 выше нуля. Погулять без боязни промокнуть можно будет и в Барселоне, здесь солнце приветливое и до плюс 21. А в Стамбуле будет пасмурно и пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 16. Немного дождливо и в Лондоне, что, впрочем, неудивительно. Небо будет время от времени проясняться, но ненадолго, а дневной максимум составит 15-17 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на 26 октября. Спасибо за внимание и до встречи!